Конечно, очень важно правильно ставить цели. Да, конечно, очень важно на этапе профориентации понимать, во-первых, какие у тебя есть способности, и второе, самое главное, какие у тебя есть желания. И, кстати, на этапе профориентации, например, да, если сравнивать, что важнее, способности или твои желания, важнее оказывается желание, потому что, да, у тебя не может быть, нам может не быть там сильно математических способностей, но если у тебя очень сильное желание двигаться в этом направлении, то ты с этим скорее справишься и будешь успешным. И наоборот, у тебя могут быть прекрасные математические способности, но если у тебя нет желания как развиваться, там, не знаю, становиться программистом, математиком и так далее, то, скорее всего, ты останешься на уровне новичка или специалиста. Правильно выбрать на самом деле вуз, да, правильно выбрать то учебное заведение, где вы получаете как бы образование, оно одно из таких основополагающих, на которых строится ваша карьера. Коллеги, там, не знаю, студенты, с которыми вы вместе учились и вместе с которыми вы можете дальше там развиваться, да, там, использовать эти полезные связи и так далее. Инфраструктура вуза, в котором вы учились, вполне возможно, что на базе этой инфраструктуры может быть там определенное карьерное движение. То есть это очень важно, и очень важно действительно получить хорошее образование, хорошую базу, на которую вот накладывается уже дальнейший там практический опыт. Сейчас действительно идет тенденция к очень быстрой смене профессии, да, идет очень тенденция к изменению там карьеры. И как в Америке, так и будет у нас, когда люди, например, сделали определенную карьеру, а потом для себя поставили определенную точку, да, пошли переучились и начали делать другую карьеру. И это нормально на самом деле. Мир сейчас настолько мобилен, мир сейчас настолько меняется, да, что это прекрасно, что есть возможность дополнительно обучаться, есть возможность менять свою специализацию, есть возможность искать и находить себя. Мир к этому и движется на самом деле. Да, и с каждым разом, как бы, и с каждым годом ты понимаешь, сколько людей стало чаще и чаще менять там свою карьеру, менять те направления, которые есть.